Ну, рис хотя бы похож на рис. Ну, нормально выглядит, реально. Но есть мы это не ставим. Ну, давай попробуем. Давай попробую, ты хотела сказать. Илья. Ну что? Ты поешь. Не, ну понимаешь, мне нужно улетать. Я не хочу лечь в больницу. Давай немножечко риса отсюда заберем, короче. Я без воды сюда его кладу. Вот, все, видишь, я по-умному сделала. Надо пожать или пока он остынет. Ну, он реально похож на рис. Ну, типа, он реально похож на рис, он выглядит как рис. Потому что это, блядь, рис. Ну, все, что ты выебываешься на меня? Фастерс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Все не так сделали, короче. Не, я предлагаю уже заказать суши, правда. Я до сих пор отчаянно пытаюсь их приготовить, пока ты сидишь, блядь. Как мне тебе помочь? Типа, да, молодец, правильно? Что, неправильно? Хорошо все, отлично, давай. На, хорошо, лей, отлично. Отлично, ты веришь, что все правильно делаешь? Да не знаю, там было написано, на вылейте, когда он будет готов. Он готов, я вылила. Отлично, найс. Ну, забери и положи в холодильник. Теперь все выбросите нахуй и закажите суши. Ну, похоже. Хорошая идея. Но исполнять мы эту идею теперь уже не будем. С собой васаби сожрать. Чего? Васаби с собой сожрать. Ну, в курсе то, что, кстати, это... То, что везде пишется васаби, это не, ну, не, оно не настоящее. Типа... Где? Зачем? С собой? Блядь, это вот ко всему можно привязать. Делай. Не, он не слабо. Он невкусный, короче, вот в тануке вегетарий намного вкуснее. А, хочешь историю расскажу, пипец? Короче, нет. Рассказываю. Ну да, да. Короче, вот. Я раньше жила в таком месте. Короче, я раньше жила в таком месте, куда очень тяжко подставляли еду вообще. Вот. И я все время заказывала тануки, и в один прекрасный день, короче, курьеру нужно, ну, было выйти из машины, припарковать его, там частная территория, и нельзя, короче, заехать на машине. Mm-hmm. И он пешком должен был выйти, там, 1 минуту до моего дома. И, короче, он шел, типа, пришел, а потом, на следующий раз, когда заказываю тануки, мне перезванивает абонент из этого, вот, и говорит, типа, здравствуйте, больше мы привезем вам домой еду, потому что нашего курьера покусала собака, пока он пришел. А знаешь, и нихуя подобного, то есть я когда пришел, у него не было там ни крови, ничего, он был в футболке обычно, но лето там вышел. Типа, он по кайфу такой, типа, приятного аппетита, типа, на здоровье, и ушел. Вместо того, как прошел курьера, покусала собака, типа, поэтому... Так, в смысле, может быть, когда он в обратную сторону шел, его покусала собака? Может быть, и покусала. Слушай, мне кажется, он пиздел, чтобы никто не кусал. Просто, знаешь, всем курьерам вот падло так идти минуту до моего дома, короче, они сговорились и решили все сказать, что их покусали собаки. Так нет, может быть, его реально покусала собака. Слышь, Люк, где Фортнайт? Смогу. Распределить рис, если планируется сделать. Короче, просто сейчас нужно распределить рис. Но его нужно делать с мокрыми руками. Я не знаю, почему это делать с мокрыми руками, я понимаю. Нет, все в порядке. Все нормально. Я все правильно делала? Ты что, так смачиваешь руку, вот так вот смачиваешь? Все просто, все. Берешь так рис. Блять, у меня же ногти. Спасибо за риса, Полера. О, у меня котик на голове. Есть? Да, по-моему. Ну и теперь ты это разрезаешь, по-моему, ну типа. Ну, судя по логике, он склеивается от воды. Ну да. И будет логично сделать просто вот так. Все склеилось. Хорошо, я даже готов это попробовать. Подожди. Ну беседите. Ну давай мы одновременно, чтобы, знаешь, как это, чтобы умереть одновременно. Странно. В принципе, после пречки салата идет сыр фета, а в суши идет Филадельфия. Но у нас фетаха. Ну, ребята, смотрите, это даже выглядит неплохо. Ну, вот сюда покажи. Я лучше сюда покажу, чтобы сразу прям. Смотрите, это выглядит даже, ну, съедобно, что ли?
Смотри, довольная такая. У меня просто получилось, и типа я, да, довольная. Типа, если бы у тебя получились роллы, ты бы не был довольна, как я? Ну, если бы они у меня получились на стриме, то так, окей. Удобно, в принципе, да, использовать мою руку в виде... Но вообще, ладно. Вообще просто добавляет соевый соус. Ты любишь васаби? Не сомно. Я просто немножко добавлю. На всякий случай. Знаешь, для чего васаби вообще-то добавляют? Не только ради остроты, а типа васаби убивает микробы. Ну, официальный васаби, оригинальный. Ребят, плюсанись, если вы захотели есть и захотели бы попробовать. Я делаю сигна примерно в течение 3 дней. Нормально. Как тебе? Обычные. Ну скажи, нет ничего такого, но не всратые. Не, ну вкусно. На самом деле, типа, рис, правда, липкий. Но рис вообще сочный. Но мне от этого он еще больше нравится. Угу. Понял? На самом деле, блядь, мы так и хотели. Специально добавили больше воды, вы чё? Профессионалы, конечно. Я работал в суши-баре 5 лет. Ой, вкусно, ребят, смотрите. Да, получились неплохо. Но они нормальные, типа, они выглядят даже красиво. То есть, ну, у них нет ничего такого. Ну да, но, типа, на самом деле, через часиков 6 еще нужно написать. Вот. Чё, второй заход, может, ты попробуешь слепить теперь? Слушай, у тебя хорошо получилось. Давай не будем портить. Прикольно. Типа, ты хотел бы работать сушистом, если бы... Ну, ты сушистом? Не был блогером. Кем бы ты был? На самом деле, у меня была такая одна детская мечта быть шеф-поваром. И конкретно... Не, на самом деле, типа, единственное, что я правда умею готовить... Это стейки. Ну, то есть я просто... Серьёзно, умеешь готовить стейки? Да, я просто, типа, ну, мне очень нравится культура стейковая. Серьезно? Да. Ты был в Гудмане? Где? В Гудман. Это стейкхаус. Это один из лучших стейкхаусов, типа, в Москве. Ну, конкретно, где я был в Москве, наверное, самый лучший стейк, где я пробовал, это Meat & Fish. Я там не была. Это в Эфимоне? Ну, еще, по-моему, где-то есть. Угу. Почему... По всему листу расклад... Стой, разложи по всему листу. Кого? Рис. Зачем? На издание пишет. Вы что, больные, что ли? Они наёбывают. 11. Спасибо. Кстати, ребят, все, короче, бабки, которые вообще не собрали, я закину, короче, их в сбор, где мы маме собираем. Просто это не мой комп. Вот, я не могу. Короче, я закину их в сбор, на следующем стриме увидите. Да. Вот можно спросить? Только вот без немов, вот серьезно. Ну да. Что такое любовь? Ты просто вот знаешь, вот мне кажется, именно я промолчу, но вот, типа, я вот, типа, не могу сказать, что вот я знаю, что это такое. Вот, то есть я не могу сказать, что вот я знаю, что такое любовь, вот я не знаю, что это. Ну, блин, ну, по факту, ну, то есть, если просто делать как термин, то любовь — это термин, ну, любовь — это химия, то есть... Угу. Когда ты видишь человека, которого ты любишь, uh-huh. это неважно, чтобы это был именно, ну, твоя пара, твоя вторая половинка, просто, в принципе, ну, друг, то тебя распирает, ты сразу улыбаешься, у тебя, ну, то есть, это как сказать, с физиологически, ну, то есть, ну, в принципе, это как химия, я объясняю, что такое любовь. Uh-huh. То у тебя бабочки в животе, условно. То есть, ну, ты видишь, что... То есть, ты хочешь сказать, что вот у тебя, ну, вот... Вот ты с реальной бабушкой хотя бы постоянно. Я потом объясню, что такое любовь в плане отношений. Нет, ну вот насчет бабочек же, мне интересно, у тебя бабочки же у тебя не должны быть просто все время. Нет, не все время. Ну, то есть, ну. Как? Объясни. Допустим, когда вы долго не виделись. Ну, то есть. Ну, это, блин, ничего себе, я не был готов. Ну, типа, не, я просто. Я могу объяснить. Если ты не можешь объяснить, типа, окей, можешь не объяснять, все. Я говорю то, что типа любовь — это когда ты, допустим, пришел в школу с унылым настроением, видишь свою братюню, и сразу у тебя становится хорошее настроение. Это, ну, это нормально. Это касательно просто отношений, да, между людьми. Между людьми. А, типа, так? Именно парень-девушка, когда, ну, то есть, вы вдохновляете друг друга на какие-то действия, подталкиваете, то есть, ну... Угу. Да, сложно, ребят. Сложно, да, немножко объяснить? Right. Ну, это сложно объяснить. Когда тебе хочется видеть человека.
Ну, типа, не знаю, мне кажется, это таким сложным вообще, в целом, в принципе. Это просто, ну, это сложно понять, это нужно почувствовать хоть раз в жизни, что такое любовь. То есть, ну, тебя просто сносит крышу, то есть ты ради человека хочешь снести горы. Вот, это, наверное, я ответил правильно. Все, Каролин, можешь выходить? Пацаны, хуй узнаешь, что такое любовь, и чё, блядь? Пацаны. Мам, прости, пожалуйста, я не хочу это все мыть. Я надеюсь, ты не будешь злиться, если тебе придется это все помыть. Люх, если станет хуёво, да и знать. А почему, в принципе, может стать плохо? Вот скажи, как ты думаешь? Почему может быть стать плохо? Да, потому что плохо рис приготовили. Да, только из-за этого. Ну, в принципе, только рис мы делали, а остальное все готово было. Ну да, ты прав. Да, все нормально будет. Надеюсь. Чё ты как будто расстроена? Нет, все круто. Да нет, я не расстроена. Да ешь давай! Ну, а хочешь еще остаток? Спасибо. Спасибо большое, Герчик, за остаток. Английский доедаю, найс. Когда новый трек? Да, хрен его знает. А ты слышал? Я же альбом пишу, знаешь? Ты курсишь, что я альбом пишу? Да, конечно. Сейчас закончим стрим, я тебе покажу пару песен. Опа, плюс контент. Как собаку кормит, да, вот так. Спасибо. Ну, короче, я думаю, можно на этом заканчивать уже поздно, уже 10 часов. Блин, у меня кусочек. Да нет, ты кушай, кушай. Я сейчас тебе буду треки показывать. Ладно, ребят. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Мы сегодня приготовили такие замечательные роллы. Вот. Мне, в принципе, понравилось. Если на самом деле, знаете, если вести себя серьезно и без приколов сидеть и готовить, то, ну, получается хорошо, и ты вникаешь, тебе интересно. Но я старалась, наоборот, пройти какую-то клоунаду, ну, потому что это смешно, это забавно, мне нравится, ну, типа, так шутить, это круто. Вот, если вы хотите серьезные кукинг-стримы, то вам на другой канал. Я люблю вас. Не, ну, получилось, как по мне, все клево. Ну, то есть, ну, мы же не целенаправленно, не умея готовить, мы делали суши. Ну, привет! А, еще кое-что расскажу сейчас. Все, ребят! Пока! До свидания! Пока. А, кстати, прежде чем вы выйдете с моего стрима, пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм и на инстаграм Илюхи.